Речь идет о номере под названием «Качели». Артисты раскачивают их и прыгают без страховки на растянутые полотна. При выполнении этого трюка один из акробатов неудачно соскользнул с полотна и упал мимо специального мата. Подняться он не смог, пострадавшего оперативно унесли со сцены. Шоу продолжилось. Однако судьба артиста взволновала сочинцев. На городских порталах сегодня появились заметки с вопросами о самочувствии гимнаста. С просьбой прокомментировать ситуацию мы обратились к руководству шоу. Самочувствие артиста в полном порядке, уже через час после этого рабочего инцидента, абсолютно рабочего, он был дома. Сейчас он пьет чай, разминается перед следующими выступлениями. Передаю всем огромное спасибо, кто за него волновался. Это просто неприятный, некий неприятный момент инцидента. Это абсолютно рабочая история, повторюсь. Это работа цирковых артистов, они очень профессиональные, очень подготовленные ребята.